Всем привет, ребятки! Меня зовут Люцис. Добро пожаловать на мой канал. Сегодня у нас рейд базы SSS, для которой памятится одна сишка и штуки 4, наверное, 5 обычных топоров. Но это учитывая только хранилище, которое тут есть. И они находятся где-то... По-моему, где-то вот здесь. Тут раз, два, три, еще три вроде как. Да, чуть-чуть промахал, хотя нет, около двери не было. В общем, тут, как видите, всего 6 ящиков. Внутри там есть стенд с оружием, но он пустой. Ну, еще есть станки кое-какие есть, которые, возможно, стоит сломать. Но я уже не помню, какие, поэтому будем ломать все подряд. Так, ну, вроде бы готово. Блин, я что-то про это совсем забыл. Ладно, давайте сделаем вот так. Вот так и вот так. После того, как покажу ящики, сломаю еще эти... плавильни. Так, здесь ничего интересного нету. Давайте по ящикам. Это я заберу. Заберу. Сейчас еще вот это заберу. Вот это можно. Окей, дальше. Пусто. Дальше. Мачете катана, красный талон. Забираем. Так, тут тоже пусто. Здесь вот что-то интересное. Так, угля, доски, боксит, бревна, изолента, металлолом. Ну, вроде бы все. Дальше. Так, пластины, слитки, пластины, фильтр, микросхема. Ну, еще можно, конечно, проволоку забрать. Так, давайте посмотрим здесь. Металлолом. Здесь. Верстак, одна стальная пластина. Давно, кстати, их не видел. Столько пластины лежали в верстаках. Ну да ладно. Так, ну а теперь давайте попробуем сломать вот эти вот три станка. Кстати, неплохой так получился, да? Я не ожидал, что тут будет что-то. А тут даже что-то полезное. Тут уже ничего нету. Ну, пожалуй, вот так заберу. Так, Громила, ты можешь замедлиться, пожалуйста? Плохо я тебя замедлил, ну ладно. Я хочу забрать еще вот так, не знаю зачем, но в принципе неплохо. Неплохой лут за одну сишку, но опять же на любителя, кому эти ресурсы нужны, кому это интересно, потому что оружки то особо не было, но были полезные ресурсы. А на этом все, пока-пока, до скорых встреч.